Міжнародний валютний фонд таки розгляне українське питання на засіданні 14 вересня. Третій транш обсягом 1 мільярд 700 мільйонів євро Київ не може отримати вже рік. Кредитора не влаштовувало, як Україна виконує вимоги, зокрема щодо впровадження низки реформ, затримкою з виплатою, навіть називають головною причиною останнього знецінення гривні. Чи отримуємо допомогу тепер та що це означатиме для національної економіки, ми розпитаємо нашого гостя Олега Журавльова, економічного експерта. Я вас вітаю в нашій студії. Що МВФ міг сприйняти як позитивний сигнал для надання третього траншу? Возможно, чисто технически МВФ нормально воспринял то, что у нас якобы заработало электронное декларирование. Мы не знаем, в действительности это заработало или нет. Mm-hmm. Да, мы знаем о том, что эта система получила сертификат от наша государственная организация, которая занимается сертифицированием таких продуктов, и якобы это работает. На самом деле, я думаю, что мы на самом деле не знаем, какая будет ситуация 14 числа, дадут нам, выделят ли этот транш при достижении определенных условий, угу. поскольку доступа к меморандуму широкая, в том числе экономическая общественность, не имеет, к сожалению, и мы не знаем, какие ключевые требования там будут прописаны. И, нові вимоги можуть з'явитися? Вполне возможно. То, что сейчас обсуждает тоже экономическое сообщество, что, скорее всего, Международный валютный фонд заинтересован все-таки в проведении у нас пенсионной реформы, соответственно, увеличение пенсионного возраста. А, к сожалению, речь, скорее всего, будет идти опять-таки о двух достаточно неприятных для нас моментах. С одной стороны, это расширение налогооблагаемой базы, поскольку они должны стимулировать у нас увеличение поступлений в государственный бюджет, и с другой стороны сокращение расходной части для того, чтобы бюджет был сбалансированный. Но на самом деле, на взгляд большого количества экспертов, и на мой взгляд, это не самая лучшая тактика. Она ведет к сжиманию экономики нашей страны и не принесет по итогу ничего хорошего. Є така думка в експертному колі, що вимоги Міжнародного валютного фонду до країн-реципієнтів є не стільки умовами для розвитку цих країн, скільки суто гарантією повернення цих грошей. Що ви думаєте з цього приводу? Є таке мнення. Є також мнення о том, що рецепти МВФ пишуться під копірку или кальку і фактично не учитывають національних особливостей тих или інших економік. Є мнення о том, що МВФ не смог продемонструвати ні одного позитивного примера в своїй історії. Фактически назвать страну, которая длительное время сотрудничала с Международным валютным фондом и вышла из реального какого-то серьезного экономического кризиса, ну, честно говоря, была какая-то история, связанная с Румынией, да, но я до конца так и не понял, в чем там был позитивный пример. А можно взагалі детальніше про историю МВФ? Як взагалі ця організація працює? Наскільки ефективно допомагає країні? Знаете, к сожалению, тут можно об этом поговорить детальнее, но тут, к сожалению, на первую страницу нам придется вынести вопросы политические, поскольку Международный валютный фонд – организация, скажем так, межгосударственная, обеспечивающая кредитование и поддержание экономик разных стран с целью их развития, но там голоса распределены определенным образом, и фактически нельзя сказать, что большинство голосов принадлежит Соединенным Штатам Америки в управлении Международного валютного фонда, но эта страна имеет очень большое влияние, поэтому очень часто Международный валютный фонд обвиняют в том, что он является проводником экономических теорий, которые несут Соединенные Штаты. Ну, спорный вопрос на самом деле. Единственное, что наше отношение к Международному валютному фонду должно быть как можно более прагматичным. Мы не должны считать это истиной последней инстанции их рецепты, мы должны активно отстаивать нашу позицию, но она у нас должна быть. То есть мы должны иметь выработанную стратегическую позицию развития. То есть, грубо говоря, мы берем очередной транш. Мы прекрасно понимаем, что этот миллиард, который нам дадут, или полтора, или 700 миллионов, не имеет значения. Эти деньги уйдут в основном на три вещи. Это поддержание золотовалютных резервов, выплата каких-то старых задолженностей перед МВФ с процентами и закупка газа. Возможно, это даст доступ еще к кредитам некоторых других организаций, да, как Европейский банк реконструкции и развития, дадут очередные кредитные гарантии Соединенные Штаты, но опять-таки это все кредиты, это все проценты, это все нужно возвращать. Это увеличивает нагрузку на экономику страны. При этом у страны нет никакого позитивного экономического плана, как мы будем отдавать и что нам сделать, чтобы больше не брать. То есть в этом же ключевой вопрос. Для этого ничего не делается. Правительство управляет экономикой в ручном режиме, а президент и парламент, они не предпринимают никаких стратегических действий, направленных на то, чтобы построить
перезагрузить экономику таким образом, что даст нам какой-то рост. Мы должны получить реальный рост ВВП, не рост в размере статистической погрешности, нарисованной нашими государственными органами, которого, скорее всего, и нет на самом деле, да? А реальный рост ВВП, который позволит не привлекать следующие транши и, наконец-то, рассчитаться с тем, что есть. Мы понимаем, что это уже перспектива 10, 15, 20 лет, но если не показать эту программу и не иметь эту программу, как это делать, то даже этот отсчет 10-15 лет, когда мы наконец избавимся от Международного валютного фонда, он даже не начинается на самом деле. И большая печаль в том, что, знаете, как существует спор о том, что первично курица или яйцо, философски, да? Точно так же, что первично, экономика или политика. На самом деле ни то, ни другое не первично, они взаимосвязаны и переплетены. Но у нас, к сожалению, последние годы тенденция такова, что экономика идет в фарватере политических решений. Принимается политическое решение, какая-то политическая сила его продавливает для получения своих политических сугубо дивидендов, которые тем или иным способом они конвертируют в экономику. А экономическая модель следует за этим политическим решением. Окей, нас предупреждали, что у нас не будет рынка сбыта Российской Федерации. Мы его потеряли. Потеряли. Замечательно. Ничем не заместили? Не заместили. Что дальше? Окей, мы производили 100 тонн сыра. Мы теперь приняли политическое решение, что там нас их брать не будут, мы туда их не поставляем. Евросоюз готов взять у нас 20. Что с остальными 80? Мы сокращаем базу производства, если мы не нашли рынка сбыта. Это идет увеличение налогооблагаемой базы, мы платим меньше налогов, доходная часть бюджета страдает, соответственно, страдают расходные части. И так получается замкнутый круг. Ми вже рік прожили без траншу МВФ. Наскільки нам треба брати ці гроші зараз? Стратегический вопрос, как мы готовы к зиме. Он очень часто зависит от того, какая будет зима и сколько нам потребуется того же газа на отопление. С газом вообще очень отдельная тема для разговоров фактически получается, да, потому что выравнивание тарифов для населения, для промышленности, на мой взгляд, это очередная афера правительства. А когда нам премьер-министр заявляет, что это достижение связано, и почему именно достижение? Потому что мы не могли побороть коррупцию в этом секторе, поэтому мы уравняли цены. Но меня как гражданина и как физическое лицо абсолютно не интересует, что правительство не может побороть коррупцию, а заставляет меня теперь платить наравне с промышленным предприятием. У нас несколько разные денежные потоки, у меня и у промышленного предприятия. И опять-таки вопрос золотовалютных резервов. То есть те 13-14 миллиардов, на которые сейчас балансирует Национальный банк, это порядка такого золотого как бы стандарта, трехмесячный запас для пополнения критического импорта. Соответственно, туда нужно направить эти ресурсы. Если кредит этот не будет получен, этот транш, то мы, скорее всего, столкнемся с ситуацией, что вырастет давление, вырастет спрос, вырастет давление на курс, соответственно, гривна устремится к 30, в лучшем случае, если Национальный банк не будет принимать никаких мер, она может и дальше перешагнуть. Поэтому тут такое, понимаете, с одной стороны, надо бы что-то делать, чтобы уже не сидеть на игле Международного валютного фонда, а с другой стороны, мы и не можем сейчас отказаться от сотрудничества. То есть, на мой взгляд, основной рецепт такой. Да, продолжать сотрудничество четко взвешено, выверено, отстаивая национальный интерес экономический и при этом писать, разрабатывать и иметь экономическую программу, которая позволит минимизировать это сотрудничество хотя бы в будущем. Ну, потому что я уже планирую, получается, выплаты своих внуков. Ну, так воно і є, на жаль. Щодо голки Міжнародного валютного фонду, ось Греція. Чи врятує Грецію допомога міжнародних кредиторів? І взагалі, чи можна провести паралель між нашою країною та Грецією? Думаю, ні. Греція – член Євросоюзу. І це, знаєте, як з кораблем. Не можна вибросити один відсік або одну палубу корабля. Вони будуть спасати Грецію. И в этом плане судьба греков, как бы они к ним не относились, как бы они не ругали экономическую политику, как бы они не относились к лености, рассказывают о лености греков, о неконкурентоспособной экономике, о завышенных социальных расходах, опять же, Греции. Но все-таки, скорее всего, там будет часть списания каких-то старых задолженностей. Дивіться, Греція більш допомагає Євросоюз, Міжнародний валютний фонд відноситься більш виважено. Но здесь же ситуация простая. Международный валютный фонд не работает полностью по указке Соединенных Штатов, но он с ними очень тесно связан. У Соединенных Штатов весьма специфические отношения с Евросоюзом в последнее время. Есть Великобритания, которая является проводником интересов США на территории Евросоюза. Она вышла. Да? У США было желание создать зону свободной торговли с Евросоюзом, но там возникли большие трения. То есть Международный валютный фонд, скорее всего, Грецию активно спасать не будет. То есть Евросоюзу придется спасать самим, а это опять-таки делают две страны. Франция Германия, локомотивы Евросоюза. Поэтому Евросоюз тоже, знаете, своего рода мертворожденная идея, да, когда создать такое интересное, с одной стороны, объединение, но при этом
попытаться интегрировать очень разные ментальности, разные экономики, mm-hmm. разные традиции, не создав централизованных органов управления. Ведь они создали разные комиссии, которые выполняют там роль парламента, роль кабинета министров, роль еще чего-то, но это слишком большой уровень демократизации, так оно не работает надежно, на мой взгляд, конечно. Наостанок, якщо сприймати вимоги Євросоюзу як рекомендації до дії, що може зіграти на користь нашої держави? Сложный вопрос. Знаете, у меня такое ощущение, оно очень личностное, что пока мы не получим, сами себе не сделаем в руководстве нашей страны людей, которых можно будет по-хорошему назвать государственниками, да, то есть людьми, которые наконец смогут поставить интересы государства выше своих личных интересов, интересов своих партий и кланов, до тех пор, ну, какая разница, какие рекомендации дают. Мы все равно идем каким-то своим особым путем, а куда он идет, я не знаю. Ну что ж, давайте сподіватися на краще. Дякую, однозначно, що завітали до нас. Спасибо.